Всем привет, ребят. Скажите, как меня слышно? И начнем. Здесь уже вопросы появились. Напишите, пожалуйста, как слышно, чтобы я понимала, что работает микрофон или нет. Тихо слышно. Не знаю, показано, что у меня он включен. Ну, давайте попробую погромче. Вот, и пока собираются, сразу же скажу, что появилась такая возможность вновь сделать встречу в Сочи и опять безоплатную. Это будет в студии «Пластилин», и я дала адрес в чатах там есть адрес. Слышно хорошо, пишет, все отлично. Вот ребята организуют. Ребята организуют встречу 1,5-2 часа. Если кто-то хочет, если кто-то живет недалеко от Сочи, то присоединяйтесь. Она будет в субботу в 17:00. С огромным удовольствием с вами со всеми увижусь. Так, сразу же тут вопрос, да? Кошка Люська, добрый вечер. Подскажите ваше отношение кофейным клизмам. Ребят, я не могу сказать однозначно ни за какие чистки. Я вам уже говорила. На каждом этапе вашего очищения нужно смотреть, какой у вас образ жизни, какой срок сухих дней, либо это водное голодание. Нужно смотреть вообще, на каком этапе вы, какие у вас идут процессы. И от этого будет зависеть, какая будет чистка. Чистки на определенном этапе, они... Я не против их. И некоторым даже ребятам я, наоборот, говорю, что лучше сделать. Но это, естественно, не в прямом эфире, чтобы каждый человек не начал на себя это настраивать, да, чтобы не было такого, что вот сказали, сейчас пойду это делать. Нет, ребят, тут очень индивидуально. Вы запомните, кроме вас, ваше тело, оно больше никому не нужно. Поэтому не подстраивайтесь под кого-то. Идите только своей дорогой. Если вы чувствуете, что вам это нужно, если вы чувствуете, что вы готовы взять себе какого-либо проводника, с которым вам будет комфортно, и если вы чувствуете, что он ваше тело ведет именно так, как нужно вам, идите с проводником, это здорово. Но только через чувствование своего тела, по-другому никак нельзя. Прямой эфир встречи? Нет, ребят, я думаю, что прямой эфир встречи не будет, потому что там будет, ну, я думаю, что минимум 70% там будет ребят, людей тех, кто меня не знает. То есть я буду, скорее всего, давать какую-то более, ну, новую информацию, да, которую вы уже все слышали. Вот. А после моих разъездов сделаем еще одну встречу в Сочи. Не буду пока говорить, где она будет проходить, потому что... Потому что это еще не уточнили, не... Ну,
ну, это еще информация сырая, поэтому не буду говорить. И вот там уже будет встреча уже такая более глубинная, я бы так, наверное, сказала, да? Вот, после каких разъездов, меня спрашивают, после разъездов это... Во-первых, я сейчас улетаю на Алтай, там у нас с 1 по 5 будут ретриты, но я там останусь до 9 числа, там у меня пройдет еще несколько встреч с очень интересными людьми. Я бы сказала так, не совсем из этой плотности. Вот, поэтому пока не буду ничего говорить, а потом, возможно, поделюсь, если это можно будет поделиться в прямом эфире, то я с вами поделюсь в прямом эфире. Вот. А потом едем на звездопад. Вот. И потом пригласили на... А, как он называется-то? На фестиваль? Да, на фестиваль, который будет в Дюрсо. Вот. А, там тоже я выставляла информацию. Мы ее еще раз обновим. Вы можете все посмотреть, ознакомиться. Вот. И туда тоже еду. И где-то ближе к концу августа у меня будет такой вот посвободней график. Я думаю, что посвободней. Вот. И там уже как раз можно будет... Можно будет запланировать вот эту вот открытую встречу в Сочи. Вот. Ребят, задавайте вопросы. Я сегодня бы прошлась по вопросам. И еще хотела сказать, у меня очень много вопросов было по сущностям. То есть я когда говорила, что в закрытом клубе у нас второй эфир по сущностям прошел. Ребят, это не та тема, которую я готова обсуждать в открытых эфирах, потому что не все готовы к восприятию такой информации. Поэтому, если вам интересно, присоединяйтесь в закрытый клуб. Еще могу сказать, что каждый раз в закрытом клубе, когда у меня выезд на ретриты, то там с ребятами ежедневно я открываю прямой эфир в закрытом клубе. Когда с ребятами общаюсь на ретритах. Вот, поэтому присоединяйтесь в закрытый клуб, и там будет для вас больше информации. Максим Космос, привет. Да. Ребят, задавайте вопросы. Сегодня я вот только недавно прибежала домой, поэтому никакую тему я не хотела поднимать. Если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием ее озвучу. Вот. И у меня несколько было моментов, когда ребята спрашивали меня про привычку, что такое привычка, да, и мы с вами ее обсуждали в закрытом клубе, по-моему, в открытых эфирах мы тоже про это говорили. Вот, давайте я еще раз повторюсь, скажу, что привычка – это ваша неосознанность. Это не то, зачем нужно бежать, это не то, что нужно восхвалять, это не то, к чему нужно стремиться. То есть привычка, как у нас любят говорить, что это привилегия сильных. Привычка – это те, у которых есть сила воли. Привычка – это те люди, которые готовы идти в какие-то аскезы. Но в аскезы вы идете не потому, что у вас есть осознание, почему вы это делаете, а потому что вы начинаете идти в борьбу с самим собой. Когда вы идете в борьбу с самим собой, вы очень много энергии тратите на удержание этой аскезы, но не на осознание того, для чего вам данный процесс. И здесь нужно сделать большой-большой акцент именно на это. Потому как если вы вводите в свою жизнь какую-либо привычку,
Это говорит о том, что вы не вводите это в ритм вашей жизни. Это говорит о том, что вы делаете то, что не могли сделать. Это говорит о том, что вы делаете то, что будет дополнять вашу жизнь. Это не становится вашей жизнью. Это абсолютно разные вещи. Как перестать волноваться за детей? Перестать волноваться за детей. Что такое волнение за детей? Я вас прекрасно понимаю. Когда у нас идет волнение за детей, когда мы начинаем переживать за что-то. За что мы переживаем? Мы переживаем, когда мы не доверяем, когда мы понимаем, что они не все знают, когда мы понимаем, что они не такие умные, как мы, они не такие опытные, как мы. И мы не позволяем из-за своего эгоизма им прожить какой-либо их опыт, зная, что этот опыт может быть плачевный. Мы не позволяем им дойти до этого, потому как думаем, что мы круче, мы это переживем, мы им подскажем, а они, не достигнув этого опыта, даже если он будет негативный в общепринятом понимании, этот человек никогда не вырастет, ваш ребенок не вырастет, и вы позволяете ему быть слабее и слабее. Посмотрите на наше поколение, к чему мы сейчас пришли. Если мы сейчас им говорим, о, я там в твоем возрасте вот уже работал, как правило, да, я в твоем возрасте вот уже вот это, я в твоем возрасте вот это. Ты это делал почему? Потому что тебя не контролировали родители, они были заняты собой. Ты сейчас максимально контролируешь своих детей, не позволяя им взращиваться. Почему ты контролируешь своих детей? Потому что ты боишься за них, но ты боишься за них не потому, что ты такой умный, а потому что у тебя нет времени на них. Если бы у тебя было время на своих детей, ты бы за них не боялся, ты бы ему показывал своей жизнью, своим образом жизни, как ты живешь, чтобы быть счастливым. Ты не умеешь быть счастливым, у тебя нет времени на них, у тебя нет ресурса на этих детей. Именно поэтому ты не можешь показать, как быть счастливым, и за это ты переживаешь, что он тоже не сможет это сделать. Вот и все. Всего лишь твое неумение быть счастливым, твое неумение жить. Твое неумение раздавать себя из изобильности, не из дефицитарности, не учителя, не воспитателя. А именно того, кто научился жить свою жизнь. Чтобы он впитывал эту красоту, красоту момента, красоту твоего счастья, красоту твоей улыбки. Красоту твоей легкости. Ты это умеешь дать? Ты это умеешь показать? Нет. Ты понимаешь, что ему негде это взять, негде это черпнуть. Так пусть уж из двух зол выбираем меньше, да? Так пусть уж он лучше ничего не черпнет, чем что-нибудь плохое. Он же только на плохое способен. Я-то ведь ему только плохое могу показать. Я-то могу ему показать только то, что я переживаю, не доверяю, не умею. Вот именно поэтому и идет переживание за детьми, волнение. А если ты начинаешь жить со своими детьми, то у тебя нет волнения. У тебя есть благость, что рядом с тобой продолжение тебя. Татьяна ответила на твой вопрос? Ребят, задавайте вопросы. Сегодня будет просто легкий эфир. Сегодня вот ничего неохота какую-то конкретную тему разбирать. Если у вас не будет вопросов, то это будет просто маленький, коротенький эфир. И еще во вторник
скорее всего, эфира не будет. Я не могу сказать, будет ли эфир во вторник. Это будет зависеть от того, как мы прилетим, насколько там будет хороший интернет и как у нас там что пойдет. Вот. Поэтому, возможно, мы с вами будем прощаться на длительное время. Вот. А возможно, так и останемся на связи. Да, благодарю, заслушалась. Здорово. Да, ребят, задавайте вопросы. Как бороться с ленью? Благодарю. Никак не бороться. Лень — это что такое? Лень — это не хотение, не желание делать определенные действия. Когда мы не хотим или не желаем делать какие-то действия, когда мы не видим в них ресурсности своего настоящего. И именно поэтому мы начинаем откладывать. Это может быть какие-то элементарные вещи. То есть мы не хотим прибираться, мы не хотим готовить, мы не хотим делать какие-то, неважно что. Если вы чего-то не хотите делать, если вы чего-то не видите в этом какой-то выгоды в настоящем моменте, вы начинаете это откладывать. Это касается абсолютно всего. И лень, ее физически не существует. То есть ее физически обозначить никак нельзя. Это не слабость, это не отсутствие тонуса. Лень – это именно то, что вы не видите в этом, в данный момент, чего-либо. Вот смотрите, элементарно даже, вот прибраться, да? Вам лень прибраться, но если вы понимаете, что к вам придет там, не знаю, там определенный какой-то человек, при котором вы хотите, вот, чтобы у вас был вот такой-то уют, чтобы он о вас так-то подумал, там еще что-то, вы за 5 минут вылежите всю квартиру, чтобы это случилось. Вы не будете думать о том, что лень мне или не лень. Вы будете думать, успею я или не успею к его приходу. И здесь уже другие ресурсы открываются. Поэтому, когда вы говорите, что лень что-либо делать, задумайтесь, а то ли это действие, которое ваше. Если вы понимаете, что вам это нужно, тогда разбирайте дальше. А вам это нужно, чтобы что? Вам это нужно или чтобы перед социумом, перед родственниками, еще перед кем-то выглядеть вот так, чтобы не потерять свой статус для самого себя. То есть вы себя к чему-то готовили, вы что-то делали, вы куда-то себя развивали, а потом раз, и у вас лень. То есть вы, ну, например, там ходили в спортзал, вы добились каких-то результатов, а потом вы перегорели, вам не хочется туда ходить. Тогда задумайтесь, вы шли туда за результатом для самого себя или вы шли туда, чтобы показать либо доказать кому-то? И это уже про другое. Если вы идете для себя, вы всегда идете до конца. Если вы идете для кого-то, показать кому-то, рассказать кому-то, чтобы другой кто-то полюбовался на вас, тогда вы, как любят говорить фитнес-инструктора, перегорели, да? Это не перегорели, это я не для себя делал. Я выбрал не тот образ, не тот спорт, не ту физическую нагрузку, не ту мотивацию для себя. То есть что такое мотивация? Мотивации тоже же не существует. Мы придумываем, почему мотивацию нужно вновь и вновь придумывать? Потому что это не наше чувствование, потому что мы придумываем какие-то определенные моменты, которые к нам, по большому счету, не относятся. И тогда мы придумаем новую мотивацию. А если это я, мне нужна мотивация? Если это мое, мне нужна мотивация? Нет, мне тогда не нужна мотивация. Потому что это моя жизнь, это часть меня. И я просто иду в этом. Очень упал вес до 40 килограмм при росте 1,73 м. А упал-то по каким причинам?
Я на такие вопросы не могу отвечать с одной СМС. То есть вы что хотите от меня, чтобы я вам расписала вас, за какое время он упал, почему он упал. То есть вы к этому шли какое-то время и хотите, чтобы я здесь в двух словах вам рассказала, чтобы привести вас к тому, где вам будет комфортно. И еще, ребят, если у вас с вами что-то случается, это всегда то, что вам нужно. Вы к этому шли. Всегда вы проживаете в результате, не в выборе. Выбора не существует. Когда вы делаете выбор, он уже всегда в прошлом. Его никогда нет в моменте. В моменте есть только результат. Вы всегда живете результатом. Результатом самого себя. Поэтому всегда задумывайтесь, что вы делаете для того, чтобы быть в этом. Вы же это уже сделали, чтобы быть именно в этом. Это не дядя Вася результат, это не еще кого-то. И это даже не результат вашего выбора. Это результат вашего состояния на здесь и сейчас, всегда. Ваше отношение к этому результату. Всегда ваше отношение к тому, что произошло, уже произошло. Да, ребят, если вопросов больше нет, то тогда еще хочу напомнить вам, что жду вас на открытую встречу безоплатную. Конечно же, кто еще у вас есть все шансы успеть на ретрит, кто готов на глубокие проработки. И у меня задают вопросы про ретрит московский и сочинский. Ребят, регистрироваться нужно уже сейчас, потому что мне нужно понимать, какие площадки бронировать. Это очень важно. Вот. И если вы думаете, ехать, или вы уже определились, то бронь там у меня прям совсем минимальная, там меньше. Ну, что-то совсем, не знаю, сколько это в процентовках будет. В общем, это минимальное, чтобы я могла забронировать именно площадку. И это важно, чтобы мы с вами не остались, чтобы все решили ехать, а площадки не оказалось такой. Поэтому, если вы все-таки надумали, то нужно это делать заранее. Давайте уже будем заранее, потому что у нас несколько было инцидентов, что люди приезжали, а мы не смогли их разместить. Вот. Поэтому вас всех жду. Вопросов больше нет. Огромное спасибо, что задавали вопросы. Огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за сердечки. Очень приятно. И, ребят, всех-всех-всех обняла. Пишите свои вопросы. И по вашим вопросам я буду проводить эфиры. Это очень удобно. Все, всем пока.